Почти год трудов ушел у меня и моей команды для того, чтобы создать курс для самостоятельных занятий по барабанам. Курс для новичков, курс для людей без опыта, для тех, кто совсем не умеет играть, но хотел попробовать. По пути к этому курсу первая версия курса была стерта, уничтожена, сожжена, пересмотрена и из пепла первой версии курса. Как в Феникс появилась вторая версия курса. Значит, в чем особенности? Нот нет. Некоторые зрители канала пишут, нужны ноты. Я согласен, ноты нужны. Но для начинающих музыкантов, для людей, у которых нет музыкальной школы, нет музыкального бэкграунда, ноты для них страшны. У многих они вызывают панику. Поэтому я считаю, что в начале творческого пути, чем более легкий способ восприятия информации, тем легче идет учебный процесс. Ну и, собственно, теперь немножечко про курс. В курсе 45 уроков. Каждый урок разбит на 3 части. Разминка для левой руки, разминка для правой руки, само упражнение. Также в курс включены тренировочные песни. Через какое-то количество уроков на вашем пути встречается песенка, которую вы сыграете и, скажем так, сдадите сами себе экзамен. Курс детальный, подробный, в нем вся теоретическая информация, ее немного, она дана. Рассказываем, как бить в барабан, как топать в педаль, как в конце концов держать палочку, что такое ритм, как его считать. Мы будем использовать индийскую систему Конакол, она на самом деле намного легче, чем другие системы. В общем, если вы никогда не пробовали играть на барабанах, стоит попробовать. На самом деле, почти вот без малого год ушел на то, чтобы он получился. Ну, более 25 лет как бы игрового опыта, все там. Возможно, что-то не получилось, возможно, что-то получилось великолепно. Ну, смотрите, играйте, пробуйте, ну, пишите комментарии, отзывы, это все очень поможет. А я пошел творить дальше. До свидания.